стала известна причина смерти актрисы Дорошины, народной артисткой РСФСР, исполнительница главной роли в фильме «Любовь и голуби». Нина Дорошина страдала от проблем с сердцем. За последний месяц ей 4 раза вызывали скорую помощь, передает РЕН-ТВ в субботу, 21 апреля. О проблемах со здоровьем Дорошина сообщала давно. Летом 2017 года у нее отнялись ноги, а 18 марта 2018 года она впервые пожаловалась на сердце. Приехавшие на вызов врачи сделали ей укол, чтобы снизить подскочившее давление. 20 апреля ей снова стало плохо. Артистка жаловалась на боли в груди и ноге из-за заболевания суставов. Медики поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия». Накануне своей смерти актриса рассказала журналистам о своем самочувствии. «Я взрослый больной человек. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова», — дома говорила она. На следующее утро Дорошиной снова стало плохо. Приехавшие врачи констатировали смерть от остановки сердца. Нина Дорошина умерла 21 апреля в возрасте 83 лет. Артистка получила известность благодаря роли Надежды в фильме «Любовь и голуби». За свою жизнь она сыграла более 15 ролей в театре и более 20 в кино. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.